you are not complex, I'm sorry, I am not impressed. Back on my bullshit again, I'm having way too much fun. I'm in a section with 7K monsters around me, I swear I can't only touch one. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гей. Мы сегодня мы играем в криминалочку на серии Родина Ролиплей и покупаю себе вот новую машину, это Chevrolet Suburban. Я очень ее хотел, максимальная скорость 180 км, цена 2.8. Сток, купить, принять, все, я купил себе вот этот Suburban-чик. Фоны, да, сбросить, спасибо. Ни за что. Не знаю, может он не стоит столько, сколько нужно, но мне эта тачка нравится, я решил ее купить. Поэтому я ее и купил. Чё? Купил за 2.4, ну... Ну пофиг. Не знаю, мне пофиг, как-то удачи. И тебе удачи. Да я не собираюсь его продавать вообще-то. Мне реально нравится эта тачка, только сейчас мы перекрасим в черный цвет, потому что розовый вообще не... Бэ. Почему именно Suburban? Porsche дорого, Cayenne, потом что там, Гелик, это вообще пиздец. И понимаете, я хотел себе четырехдверную машину и джип. И я думаю, эта машина идеально подходит. Давайте ее перекрасим. Я думаю, мы ее покрасим в черный, в принципе. Так, баллон. Баллон. 0-0. Так. 1-2. А чё, чёрный нельзя? Или чё? Ну, чё, баллон 0-0. Используйте баллон цвет. И чё делать, Так, ну белый я не хочу украсить. Давайте 25. 25 тогда. Чё-то он не хочет чёрный краситься, я не знаю почему. Ну ладно, хрен с ним. Покрашу серый пока что. Потом уже черный покрашу. Почему по 100 раз красить его? Так. Как это все? Не хочу я красить больше. Так, мне пришло какое-то сообщение. Давайте фоны напишем. Сообщение. Да, привет, любимый ютубер. Так, Димон Молнов, привет тебе. Давайте напишем передал. Вот про это я и говорил, пацаны, что... Так. Не, давайте его включим, но просто выйдем с него. Вот, все, погнали дальше. Вот у нас серый такой Suburban, но сейчас придется как-то его в гараж впихнуть, понимаете, пацаны? Какая-то хрень большая, потому что у меня бэха... короче, вообще жестко. У меня осталось 1.7. Ну, блин. Зато теперь у меня 4 тачки, как бы. У меня еще одно место есть для пятой машины, но ничего я пока покупать не буду. Мне вот этого будет достаточно, я думаю, вполне. Поэтому у меня Suburban-чик будет. Вообще заебись просто. Сейчас, я думаю, затюнем его. Поедем. И припаркуем домой, потому что... Мне интересно, сколько он будет выебашить, наверное, 220. Будет такой, знаете, бешеный вагон. Но в нем уже стоит нитро, это плюс, потому что нитро стоит 100 с чем-то тысяч. И сейчас поедем, посмотрим тюнинг на него. Вообще, я Suburban-ов не видел, я искал Suburban, я объявы даже кидал, кто видел, может, на сервере. И вот, без номеров еще, вообще заебись. Просто реально заебись. Да, чувак на мне навалился, там, 400 тысяч, но... Блин, мне как-то особо, знаете, ну, не обидно. Потому что эту машину реально трудно как-то найти. Не знаю, либо она галимая, что ли. Либо хрен его знает. Но мне нравится Suburban-чик. Вообще топовая машинка. Гелик дорого, Suburban это вообще заебись. Поэтому я себе купил Suburban-чик вот такой. Сейчас поедем. Зачуним его, не знаю, блин. Я хочу хотя бы селям оставить, чтобы был. Не знаю, сколько сейчас обойдется тюнинг. То я, блин, все деньги уже трачу. Я вообще изначально хотел купить i8, но, блин, она очень дорогая. Может, в будущем куплю. Потому что, блин, понимаете, лучше купить несколько машин, чем, блин, i8. Вот эта тачка из, ну, и Dodge, какой я купил в предыдущей серии, это i8, понимаете, столько стоит.
И, блин, да, она едет 260, но, блин, я лучше пока что на сурбанчике поезжу там, ну, может там в будущем когда-нибудь там у меня будут деньги, я куплю себе 8, как пятая машина, возможно. Но у меня уже будет 4 тачки, надо будет загнать куда-то эту тачку, потому что чувак лагает, блин. Так, сейчас тут поворот будет, заедем, затюнгуем нашу машину. Просто какой-то даун лагучий. Просто даун, блядь. Давай, Сугурбан. Опа. И за нему всю машину разъебал. Все, поехали. Так, механик там, ладно, я уже починюсь в другом месте где-то. Так, этого бюджет низкий. Так, мы можем как-то так заехать, потому что мы на джипе. Поэтому лучше машину. Так, смотрим. Видите, тут все сток. Ну, давайте еще тут. Тормоза 80 тысяч стоят. Потом чип тюнинг 220 тысяч стоит. Там мы уже едем 200, по идее, да? Довези. Так. Сек. Сек, сейчас. Давайте. Пусть он сядет пока что. Так, подвеска. Хера себе, блин. Подвеска тебе дорогая. Резина. 90, так. Сейчас мы протюнгуем полностью машину. Снижение веса. 8 единиц. Это у нас что? 190 тысяч. Разгон автомобиля. Ну окей, ладно, уже поставим это. Просто все бабки ушли на тюнинг Сугурбана. Я думаю, стробоскопы мы не будем ставить. Может, потом когда-то. У меня осталось 500 тысяч. Понимаете, и поэтому я не буду думать, что стробоскопы нужно ставить. Так, ты знаешь, где Арзамас есть штрафстоянка? Да, знаю. Давайте отвезем его туда. Только я сначала заеду машину паркану. Так, Сурбан 209, 220, 220. Да будет. Ну как-то он, блин, дергается, либо это у меня пинг. Хотя нет. Ну что-то он при разгоне как-то дергался, знаете, кому-то, блядь, не знаю, сейчас мотор отвалится. Стой. Что? Что? А можно руль? Зачем? Зачем? Зачем ему руль, мне интересно? Зачем тебе руль? Я знаю, куда ехать. Ну, нам же туда ехать. Нам же туда ехать. Куда нам ехать, чувак, блин? Ну так и чё ты? Я знаю, куда ехать. Ебать, Мерс улетел. Это пиздец. Видели, как Мерседес улетел? Это, блин, не знаю. Я вообще даже с места не сдвинулся. Его как уебало просто. Жестко, блин. Вот это я понимаю, блин, мощь. Вот здесь же штрафстоянка вроде. Я ж не ошибаюсь. Я ж тоже машину свою забирал много раз. Теперь у меня будет 4 машины. А сколько денег у тебя? Блять, эти, знаете, дауны, блин, 500 тысяч у меня, 500 тысяч. Я ему правду сказал, у меня 500 тысяч, поэтому... Надо будет налоги еще посмотреть, надо за тачку платить эту. А то, может, на ней налоги были. Дай плюс 100 тысяч я верну. Ага. Как ты вернешь? Мне это не жалко, но зачем врать? Я ему дам немного денег, ну так чисто, знаете, не в долг, а просто. Удачи. Все, я дал ему 30 тысяч, я думаю, ну нормально будет.
потому что, ну, вдох, давайте, зачем врать, ну, я верну, он меня даже не найдет, блин, я знаю такие, знаете, маленькие школьники, какие, типа, а сколько у тебя денег, давай дружить и так далее, ну, как бы, ну, я не люблю такую дичь, поэтому, ну, я не собираюсь ему ничего одалживать, 500 тысяч осталось у меня, в принципе, да, и все. Шиковать теперь я не буду. А было у меня 9 миллионов, пацаны. 9 лябов просто. Ну это жестко, я считаю. Просто жестко. Потратил тупо на... Что я потратил? Две машины. И тюнинг этой тачки. И... Ну, две тачки, короче, потратил. Все деньги. Так. Вон гелик продают. Здесь лямов. Ну, блин, дорого. Я бы купил на самом деле. Так, Фил. Так, давайте бензин выберем. Ага. Короче, машину я парканул наконец-то. Блин, это было долго. Я два раза не мог доехать. То у меня ее украли. Ну, она была открытая просто. И у меня вылетело. Я зашел, и кто-то на ней катался, я еле ее нашел, но у меня никого не было. Потом я ехал сюда, у меня врезался в BMW там, и у меня машина сломалась, то есть перевернулась и взорвалась. И вот, наконец-то, я припарковал. Я эти тачки выгнал, чтобы туда заехала Suburban. После рестарта машин они там появятся. Надеюсь, там они поместятся, в принципе, вроде бы как должны. По идее, да. Поэтому... Вот, Suburban здесь стоит. Я думаю, как-нибудь будет проезжать Camry. Я думаю, она здесь проедет как-нибудь. Ну да, думаю, должна проехать. Будет. Если нет, то чуть-чуть как-то подвинем. Просто, хотя можно... Ага. Можно немного вперед поставить, но, блин. Ага. Ну, я чтоб здесь не пройду. Видите, на толстях здесь потом не пройдет. Ну, пусть пока так стоит, будет мешать. Подвину чуть-чуть как-нибудь, как-то, блин, чтобы можно было. Хотя можно впритык поставить Suburban к стене вот этой, потому что я смогу сесть с этой стороны, видите, с этой стороны здесь будет место. Ну, пусть пока что стоит так, но там уже, думаю, посмотрим. Если будет мешаться, Бэха здесь будет стоять. Я ее отодвинул, я думаю, место будет, в принципе. Вот здесь стоит... Вот доджик, но у него бензина нет, надо будет за бензом съездить. Капец, я уже хочу посмотреть, как здесь тачки будут стоять, но рискара машин нету. Рискара машин нету, а есть фикс-кар? Фикс-кар нету тоже. Ну ладно, будем ждать, в принципе. Вы, наверное, это не увидите, но может в следующей серии я покажу, как все это здесь стоит. И я уже планирую купить пятую машину, пацаны. Да, я зажрался. Надо покупать уже пятую тачку, я... Думаю, задоню и куплю уже пятую машину. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, кто не подписан. Подписывайтесь на группу ВКонтакте. Все ссылочки есть в описании. Заходите на сайт, ищите новых серий. Всем пока-пока. From the north, she was from